выехал на место примерно в полтретьего ночи, чтобы солнце еще не встало, так как оно начинает мешать, находясь под острым углом. Времени было мало, чтобы ехать на обеде, поэтому решил именно так. Как приехал, я сразу увидел рыбу. Начал целиться в карпа, который был примерно на середине водоема, но тот быстро скрылся. Поэтому я решил выстрелить в небольшого карпа, который был под берегом прямо. Хедшот. Многие говорят, что двойные тяги, в отличие от тройных, обладают слабой пробивной способностью. На видео видно, что попав в карпу прямо в лоб, его прошло на вылет, причем с неплохим таким запасом.